Дизель-шоу. Вот вандалы, надо ж тебе, все поисписывали тут, это какой-то капец. А это же, между прочим, областной роддом, ё-моё! Зая, солнышко, любимая! Скотина, опять забыл, как меня зовут! Котенок, ну не начинай, а! И как? Зая, ну давай не сейчас! Скотина! Что? Скажи, кто? Я ж говорю, скотина! Скотина, скотина, это девочка, что ли? Опять нажрался, придурок! Да чё, выпил немножко, ну чисто для храбрости, но... Ты зачатие не просыхаешь! Так, для меня это тоже очень волнительный момент! Ян! Янушка! Матушка моя! Ну что, говори, кто? Дочка! Янка, ты, наверное, перепутала. Ты хотела сказать мальчик, да? Нет, дочка! Ну как же дочка? Ну, Янка, ну мы же договаривались. Я ж с бабками со всеми этими договорился. С врачами. А ты, дочка... А вы УЗИ пробовать не делали? Я делаю. С этими легче всего было договориться. Янка! Ну как же так? Ну... Пусть! Ну какая разница? Это ребенок, а за ребенка ты обещал подарить мне Мерседес. Я за пацана тебе обещал подарить Мерседес. А за то, что ты родила, я тебе обещал, помнишь сама что? Пусть! Ну зачем мне третий Део Матис? А мне зачем дома малолетняя группа Виагра? Люда! Люда! Покажи в окошко малыша. Ого! Вас тоже девочка, да? Нет, мальчик. Разверни! А махнуться не хотите? На девочку, а? Да не переживайте вы так, и у вас будет мальчик. Мы с Люськой 3 раза девочек по соседям раздавали. А что, так можно было, что ли? Конечно, это ж все же лучше, чем топить. Фу! Я извиняюсь, это вы сейчас о ком говорите? О котиках. А, то есть Люська — это кошка. Люда, тебе от Люськи привет! Вчера катилась. 3 котенка и все мальчики. Яна, все мальчики! Да вы не переживайте так. Главное, чтоб ребеночек здоровый был. Чтоб не блох, не лишая. Женя! Женя! Да ладно! Не дай бог, конечно. Мариночка, я договорился, роддом отличный, рожать будем здесь. Теперь главное зачать. Ну, идем, зачинатель. Егорушка! Чё? Ну, что мне тебе сделать, чтобы ты не дулся? Пацана родить! Люд, я тебе покушать принес. Все, что ты любишь. Вот печеночка, вискас, рыбьи головы. Это Люська на бананах сегодня опять, да? Зая, а есть что поесть? Да! Скинь! Перебьешься! Егорушка, но зато у меня от молока грудь на 2 размера увеличилась. Это что, теперь 7-й, что ли, получается? Люда, покажи еще раз мальчика. Яна, а покажи еще раз, что там увеличилось-то? Да! Саша! Да ладно, ладно. Слушай, у тебя есть там что попить? Может, купить надо? Ну, купи! Денег скинь. Вообще охренел! Ну и сиди там голодная. Ладно, лови. О, давай, хорошо. Что взять, светлое или темное? Придурок, сок возьми.
Слушай, а сколько? 3200. Блин, лучше бы 0,5 было. А у нас сколько? 7400. Девочка, 7400? И еще доктора нужно занести. Ты про деньги, что ли? Блин, да это я договорюсь. Вес какой у ребенка? 4200, вся в тебя. Блин, ну вот еще бы 10 граммулечек и был бы пацан. Да, да. У тебя тоже, да? Тоже пацан? А я, вы знаете, не заморачиваюсь. У меня, главное, повод родился. Третий. Раньше ж как было, за третьего по 100 тысяч давали, а сейчас за всех одинаково. Короче, душат в нашей стране мелкого производителя. Согласен, на котятах много не заработаешь. Янка, ну как же так-то, а? Я же ему имя придумал, машинки купил, мячики, танки, картинг, а ты... Пацан, ты чё плачешь? Я потерялся. Не волнуйся, папка тебя найдет. Наверное, сейчас где-то отмечает. Потерялся? Пацан, потерялся. Мужик, ты чё? Тебе картинги нравятся? Пойдем, я тебе такой мужик, картинг подарил. Пацан! Я его первый нашел. Ненавижу поликлиники. Везде спиртом пахнет. А на входе пирожками. Блин, так выпить охота, а? Вроде ж не хотел. Что за поликлиника такая, а? Бахилы по 30 гривен продают. Да не говорите, крохоборы, спекулянты, гады. Уйо. А мне жена говорила, что инопланетян не существует. Это, кстати, мой второй контакт. Первый был, когда я омыватель попробовал. Вы его тоже видите? Вообще-то это мой сын. А вы по записи? Я по запаху. От этого кабинета лучше всего спиртом пахнет. А мне лекарства надо. Здрасте. На прививке сюда? О, здорово. Да. Ух ты, черт. А, это малой? Да, это мой сын. С ним все в порядке. Понятно. Ну, здрасте, Егор. Александр. Да ладно, что ты начинаешь? Я не заразный. Лучше перестраховаться. Ну да, действительно. Возьмите мое средство, оно на основе спирта. Что ж ты, гад, молчал? Вы что делаете? Это для наружного применения. Ой, немного попустила. Лёва, иди сюда, здесь прививки делают. Блин, это что, слет инопланетян? Ой. Это космонавт? Да нет, я просто забыл, что затемненное стекло. Это мы от эпидемии спасаемся. Просто зашли в аптеку, а там ни одной марлевой повязки. Я, кажется, догадываюсь, где все марлевые повязки. Зато не заболеем. Да. Сыночка, иди пока сдавай анализы, а папа очередь подержит. Я, конечно, извиняюсь, может, не мое дело, но, по-моему, он вас не слышит. А, сына, топ-топ, пись-пись, буль-буль. М? Сынок, иди за ним, этот парень, походу, здесь местный. Дети такие бесстрашные сейчас. А я в детстве прививок боялся. Мне все врачи говорили, не бойся, тебя всего лишь комарик укусит. А мне еще страшнее становилось. Чего? Да вы знаете, сколько заразы в тех комарах. И малярия, и дифтерия, и дизентерия, что хочешь. Ой, а я вот лично прививок никогда не боялся. Вот доктора боялись мне их делать. У меня просто в детском садике репутация была не очень. 3 нокаута, 2 нокдауна. А я прививки любил, да. Особенно запах от ватки. У меня так батя пахнул. Я вот, честно говоря, не понимаю, зачем эти прививки нужны? Нельзя каких-то таблеточек дать, да и все. Что? Вы против вакцинации? Тихо-тихо, стресс. Стресс, стресс, таблетки от стресса. Между прочим, вакцина
Это введение в организм человека заболевания в малых дозах, чтобы он мог с ним бороться. Чего? Ну это как пивка перед хорошей пьянкой дернуть. Понимаешь? Чтоб печень адаптировалась. О, сынок мой, единственный тут землянин, кстати. Пап, я все бахилы продал. На АКДС и полиомиелит очередь занял. Молодца. Так, Лешенька, смотри. Пойди вот эти банки. Продай возле лаборатории с анализами, понял? Все, чеши. Вообще-то там баночки поменьше нужны. Вообще-то огурцы именно с таких едят. Вы что чихаете тут? Расчихались тут? Да успокойся, я просто чихнул, ну. Просто чихнул? А вы знаете, что у кори первые признаки, как у простуды? Не знаю. Вы корью раньше болели? Я нет, но жена думает, что да. Это как? Да это я из Таиланда вернулся, сыпь какая-то началась. Жена, мол, что такое? Я говорю, корь, дорогая, корь. А вы болели корью? Я нет, не болел, ну и не парюсь по этому поводу. Между прочим, зря. Взрослые гораздо тяжелее переносят корь, чем дети. Братан, у меня теща неделю жила. И если я ее перенес, то я любую болячку выдержу. А, извините, а вы только от кори будете делать прививку? А от столбняка будете делать? От столбняка? Да зачем? Ну, лишать удовольствия моего пацана. Я же еще внуков хочу. Пускай стоит. Ну да, да. Так, 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 так. Тихо, 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 тихо. Детки, проходим, проходим. Тише, 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 тише. Это что за пятна у вас? Что это за пятна у вас? Господи. Не переживайте вы так. Это пока я спал, меня дети фломастером разрисовали. А сколько у вас детей? Пятеро. Пятеро. Вот кому нужно прививки от столбняка делать. Это еще что? Однажды они мне руку клеем намазали, пока я спал, а у меня зачесалось. Ну вот так пришлось на работу ехать. Я представляю, как с тебя ржали на работе. Нет, это полбеды. Меня в метро на каждой станции выкидывали и избивали. Детей не хотели в садике выдавать. Так, вы крайний? Да, я. Это хорошо. Так, я буду за вами. Еще очередь в 17 кабинетах надо занять, и все. Слышь, мужик, могу очередь на АКДС продать. Спасибо, не надо, мы успеем, успеем. Успеет он, пятеро детей, ни разу не успел. Успевун. А вы это, раньше прививки делали? Сегодня еще нет. В смысле сегодня? Вчера делали, позавчера делали, позавчера тоже делали. Слышь, мужик, у тебя в роду фашистов не было? Найн. Немцы были, фашистов не было. О! Что там? Ничего себе! И это за две пустые банки? За полную. Там пьяного дядю полиция вела. Он попросил, чтобы я за него анализы сдал. Молодца. Слушай, Лёшка, иди, наверное, обратно под лабораторию и жди пьяных дядь. Угу. Пап, я больше не хочу в туалет. Попей водичку и иди. Бизнесмен растет. Лёша Маск. А я вот не хотел хвастаться, ну ладно, похвастаюсь. Я же тоже скоро миллионером стану. Да, я вложил деньги в биткоины. Я тогда их еще по 2 гривны брал, да. Но могу вам, как корешам, продать по 100 баксов. О. Это ж жетоны до метро. Да ты-то откуда знаешь, как они выглядят? То, биткоины? Жетоны на метро.
А, здравствуйте. Кто на прививочке? Сдаем медицинские карточки. Так, хорошо. Вот за 2018-й. За 2017-й давайте. Не надо, думаю, этого достаточно. Доктор, а я забыл дома. Ай-яй-яй, ну без карточки мы не принимаем. А вот, может быть, вот это поможет? Ну что ж, вы говорите, что у вас карточки нет. Вот же она. Вот. А значит, я делаю прививочку и зову следующего. Доктор, да. Доктор, вы как прививку сделаете, ватку не выбрасываете? Слушайте, да. Мне кажется, что вот эти вот все прививки, вот эта вся ерунда, это все происки правительства. Они придумали, чтобы специально с нас бабло срубить. Да что вы ерунду говорите? Да, кстати, это реальная тема. Я в интернете читал. Слушайте, у меня ж кум работает в Министерстве здравоохранения. А давай его сейчас наберем и спросим. Алло, кумчик, здорово. Слышь, вопрос такой. Вы вот эту вот канитель с эпидемией устроили, чтобы опять бабок срубить? Или... Да, я так и думал. Все, расслабьтесь. А сам как вообще? Приболел? Че, простудился? А, температура и красные пятна? Ну, выздоравливай, если сможешь. Вот у нас министерство. Сами придумали, сами заболели. Ага. Вот видите, прививки все-таки делать надо. А вы, кстати, уже определились, какую будете делать? Ну, говорят, бельгийская самая модная. Да, бельгийская хорошая. Мы ее позавчера делали. Позавчера индийскую, вчера французскую, а сегодня опять бельгийскую будем делать. Слышь, а ты не боишься, что у тебя ребенок на прививке подсядет? Нет, что вы, мы ему делаем прививки от привыкания к прививкам. А мы нашей будем пользоваться. Какой нашей? Отечественной? Ну да. Ух ты, а как препарат называется? Записывай. Чеснок. Да ну скажете, тоже такое. Чеснок не то, что от кори, он и от дифтерии не поможет. Дифтерия? Дифтерия, это что такое? Ну, это когда температура ломит все тело, общее недомогание. Так это у меня по утрам каждую субботу дифтерия, а я на бадун грешил. А, в общем, такое дело, можете не ждать, прививочки закончились. Как это? Как закончились? Сыночка! Сыночка, срочно покупаем химзащиту и биокамеру! Сыночка! Стой! Доктор, я, конечно, все понимаю, но может, вы там еще раз гляньте, может, есть еще прививочки? Для вас, конечно же, гляну. Вы знаете, посмотрел, ничего не осталось. Офигеть, у нас медицина! Офигеть! А вы чего ждете? Нету прививок? Доктор, я жду, когда вы мне ватку вынесете. Слушай, ну ватка вас от кори не спасет. От кори-то она не спасет, но вот если под язык положить, от бадуна спасает. О, коллега, пройдемте в манипуляционную. А, еще говорят, медицина у нас плохая. Подождите, доктор, секундочку. Вика. Что, Вика? Нам нужно сделать все заново. Об этом надо было думать 7 месяцев назад. Я не об этом. Нужно выйти из поликлиники и снова зайти. Ты издеваешься? Да я еле доползла до этого 6-го этажа с этим пузом. Ты хочешь, чтобы я спустилась, потом снова забралась? Просто ты зашла с правой ноги, а в здание нужно заходить с левой. А какая разница? Огромная разница, примета такая. Если женщина заходит с левой ноги, то обязательно будет мальчик. Это ж первое УЗИ. Давайте вернемся. А давайте ты отстанешь от меня. Девочки, скажите, как я хочу мальчика? Пап, мы это уже поняли. Каратист, футболист, боксер.
Это случайно получилось. Да, а имена ты нам тоже случайно выбрал? Женя, Саша, Валера. А в коляске вообще Вася. Не Вася, а Василиса. В честь Василия Веростеп... Ой. Короче, вы не понимаете, мальчик, это продолжение рода. Это продолжение моей фамилии. Женечка, мне кажется, мир ничего не потеряет, если исчезнет фамилия Жапанько. Так. Ой, кого я вижу? Жапаньки! Ой, полным составом. Ой, рад за вас. Я так понимаю, решили прям собрать всю женскую сборную по волейболу, да? Очень смешно. Евгений Михайлович, а вас я вообще удивлен видеть. В смысле, почему? Ну, в прошлый раз, когда вы узнали, что у вас снова будет девочка, вы же из окна сиганули. Ну, в этот раз не переживайте, все будет хорошо. Вы тоже уверены, что будет мальчик? Нет, мы на окна решетки поставили. Ой, жапаньки! Так, ладно, это сейчас у меня пара на прием, потом на УЗИ вы следующий, да? Хорошо. Жапаньки! Ой... Слушайте, это ж если мальчик родится Жапанько, это ж, боже мой, ой. Да. Наверное, я посижу. Стой, одну секундочку. Солома. Какую солому? Жень, ты издеваешься? Это примета. Я что тебе, квочка, что ли? Это примета такая, если женщина посидит на соломе, то может родиться мальчик. Если я сейчас посижу на этой соломе, ты месяц посидишь на диете из этой соломы. Девочки, ну, вы за мальчика? Пап, он будет, как ты, по всей квартире свои носки разбрасывать? Нет. А на рыбалку нас таскать по выходным? Нет, конечно. А футбол вместо мультиков включать? Нет, он будет вас защищать. Пап, зачем нас защищать? У меня коричневый пояс по карате. А Саша уже даже тебя бьет. Да это я поддался один раз. Ну, Вик, ну скажи, ну ты хотя бы за мальчика? Женечка, меня устраивает, что в нашей семье только один человек не попадает в унитаз. Дай мне попить. Дай мне йогурта. Нет. Йогурт тебе нельзя. Ну, просто от молочки, может быть, девочка, ну, молоко там. Что ты предлагаешь мне пить? Пиво. Ты что, вообще больной? Я беременная. Дай мне йогурт, говорю. Ладно. Что? На йогурт. Спасибо. Женя, это же пиво! Чтобы родился мальчик, просто чтобы мальчик. Мы сейчас с папой поговорим, а вы пока посидите. Женя. Что? Мне это надоело. Что? Вот эти вот твои приметы, забобоны. О чем ты говоришь? Да о том, что я полгода сплю под подушкой с этими гвоздями и топорами. И меня раздражает, когда при сексе ты держишь в руке дрель. Просто от мужского инструмента энергетика может передаться. Я и так пошла тебе навстречу. Мы зачинали этого ребенка в гараже. Видите ли, на холоде будет мальчик. Это не я придумал, это научный факт. А чего мы полчаса искали, где север? Женщина должна лежать строго головой на север. Я была голая. Там было минус 10, там везде был север. Но сработало же. Тебе приснилась рыба, а рыба — это к мальчику. А что мне еще должно было присниться, если ты под подушку положил мне селедку? Я должен был сделать все, чтобы родился мальчик, понимаешь? Ой, ты бы еще с бубном танцы бы устроил. Я не знал, Вика, что ты настолько веришь в приметы, как я. Девочки, разбираем бубны. Ты что? Давайте. Так. Жень! Так, а ну хватит, прекратили все, а то сейчас кто-то родит. Вика, хорошо.
Хорошо, но у меня одна просьба к тебе. Еще? Последняя просьба. Зайдешь в кабинет, матюкнись. Я попытаюсь, но не факт, что у меня получится. Ну просто если женщина ругается матом, то обязательно пацан родится, понимаешь? Ну, а так... если мне не захочется матюкаться? Я это предусмотрел. Вот, держи. Что это? Это платежка за газ за этот месяц. Ох, не го... Тихо. Придержите золотые слова. Дорогая, какая приятная неожиданность. УЗИ показала девочку. Хотя по всем приметам был мальчик. Я такой счастливый, она будет красивая, как ты. Поздравляю. Спасибо. Вика, идем домой. Что значит идем домой? Моя очередь, я пошла. Мы не будем делать УЗИ. Почему? Я все понял. Они этим ультразвуком у мальчиков все важное отсекают. Не говори глупости, Женя, я пошла. Вика, идем, стой. Идем. Нам только узнать. Подождите, но нам только узнать, мальчик или девочка. У нас важнее, у нас узнать, мой или не мой. Вот, на тебе, это моя фотография детская. Сейчас будем сравнивать. Пошли. Давай. Видишь, Женечка, а у людей совершенно другие проблемы. А может, эти тоже не мои? Мои солнышки, мои лапушки, лапулечки, мои. Но проверить все-таки нужно. Шпуньк! Папа уже совсем того. Если честно, я хочу, чтобы у нас был мальчик. Мне надоело на леске узелки разматывать и крючки складывать. А вы думаете, мне легко? Я сериалы эти ваши все смотрю, сопливые. Да я вышивать научился. Я не могу душ нормально принять. Вы полчаса ищу свой шампунь среди этих ваших баночек, бутылочек. Пап, не переживай. Хочешь, Лера тебя порадует? Это все хорошо, Лерочка, хорошо. Ну, в семье нужен мальчик, кормилец. Ну, мне с кем-то нужно скидываться на 8 марта. Женька, давай договоримся так. Если в этот раз снова будет девочка, ну, мало ли, то я не буду в 6-й раз беременеть в надежде, что родится мальчик. Почему? Потому что мне надоело это! У меня уже мозоли на руках от этих колясок. Я уже с закрытыми глазами могу подгузники менять. Я знаю, что в 8-й серии в смешариках Каркарыч сказал Лосяшу. Что он сказал? Иди в задницу! Не мог сам Каркарыч такое сказать Лосяшу! Это тебе! Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А я рискую и не пью, потому что грудью кормлю 10 лет. Поэтому она плоская, высосали мать. Хорошая. Ну вот видишь, ну, мальчик. Ну да. Такой же лысенький, как и ты. Да. Толстенький, как и ты. Ну. Пипирка такая же. Но если это не мой, мы заберем. Так, все, пожелай мне удачи, я пошла. Ах, не забудь матюкнуться. Да иди ты! Береги слова, береги. И ложись на правый бок. Только бы мальчик. А я знаю, почему у тебя только одни девочки. Почему? Все дело в Аисте. Он бракованный. Нужно его поменять. Да, если бы это было так легко. Нужно просто попросить у дяди Сережи. Ему Аист 3 мальчиков принес. Не надо ничего просить у дяди Сережи. Видел я его Аиста в бане. Максимум снегирь. Пап, да? А это правда, что ты хотел меня в роддоме на мальчика поменять?
Ну что ты говоришь такое, солнышко? Я же знал, что никто не согласится. Я даже машину предлагал в придачу. Ой. Смотрите, мама возвращается. А, да-да-да-да-да. Что скажи, мальчик? Ну, у нас мальчик, ну, скажем, мальчик, да? Хрен там. Там хрен! Там хрен! Мальчик, да? Мальчик! Сеня! Ну хрен же там! Ты дослушай, до конца! До конца! Конец же есть. Мальчик, да? Мальчик! Женечка, послушай меня внимательно. Да? У нас будет девочка. Какая девочка? Такая в юбочке, что ли, с такими бантиками, что ли, девочка, что ли? Да ладно, я пошутил! На самом деле у нас будет мальчик! Мальчик! У кого девки? Поднимите руку! У кого девки? Ну, у кого? А у меня пацан, Женя, понятно? Женя, я пошутила, у нас будет девочка. Какая девочка? Нет. Ну, девочка и девочка. Я же свечки ставил в храм. Да ладно, пацан тебя будет! Мальчик! У кого пацаны, у кого? У кого пацаны? Дай пицюня! Дай пицюня, пацан! Девочка! Нет! Мальчик! Хватит издеваться над моими чувствами. Скажи, кто? На самом деле, Женька, у нас будет... У нас будет... Двойня. Двойня? Девочка. И... Девочки, побежали, у вас будут две сестренки! Это ж надо! Во время карантина все работают на удаленке, окромя слесаря. Ёк-макарёк. Ну ничего, наконец-то пятница. Я эту пятницу, как Робинзон Крузо, ждал. Иди ко мне, моя пятница. Па, это ты? Твою мать, доча! Зачем же ж так пугать? Ты б сходила лучше куда-то. Замуж, например. Папа, как хорошо, что ты дома. Я не дома, меня нет. Это голограмма. Папа, я тебя так люблю. Денег нет. И не было. И не будет. Блин, папа, да при чем здесь деньги? Короче, помнишь, ты мне обещал, если я закончу на отлично школу, то ты исполнишь любое мое желание. Ну, допустим. Я закончила школу на отлично. На... С тебя желание. Да, уже закончила. Быстро как. Так какое желание? Ты хочешь, что тебе, мороженка купить? Или прокукарекать из-под стола три раза? Нет, пап, я хочу, чтобы ты снял видео для ТикТок. Тыц-пердыц. Это что еще такое? А, это твоя сексуальная сеть. Социальная. Ну, а я что сказал? Ну, давай, сниму это видео. Давай телефон. Сейчас тебя сниму. Как он включается? Да нет. Я хочу, чтобы ты снялся для видео на ТикТок. Я? Ты чего? Я совсем с дуба рухнула. Я на видео. Не-не. Это ты должна быть такой прямо отличницей. Круглой. Что, прямо ни одной восьмерки? А девяточка, может, хоть одна? Все 12! С тебя желание! Господи, в кого ты такая уродилась? Отец у тебя вроде нормальный. Ну, хорошо. Угу. Папа сказал, папа сделал. Так, давай, договоримся. Через час встречаемся на этом месте и записываем видео. Папа, ты через час уже будешь спать пьяный. Откуда ты знаешь? Я твоя дочь. Черт. Слушай, Яна, устал я так за эту неделю. Мне шеф всю неделю мозг тиктокал и так затиктокал. Ну, папа, ну пойми, что это сейчас такой тренд, чтобы родители снимались в видео для ТикТок. И я хочу хайпануть. Что ты хочешь?
хайпануть. Яна, ты, конечно, взрослая девочка, уже школу закончила, но я не советую. Мне вот на работе тоже предлагали, хайпани, ха-ха словишь. А я не то, что ха-ха не словил, я такой тупняк отловил. Сидел и смотрел 2 часа на сварку. Без маски. С закрытыми глазами. Отпустила только, когда 6 сникерсов сожрал. Пада, ты не понял. Хайпануть — это значит вызвать много шума. Так ты знаешь, какой шум там поднялся, когда узнали, что мы всем цехом хайпанули? Пап, ну я хочу залететь в реки. Ты спердыц! Слышала б тебя твоя мать, твою мать! Мы с твоей матерью, как пчелки, вокруг цветочка летаем, чтоб ты вот эту школу закончила хорошо, чтоб в институт хороший поступила, а она залететь! О, горе мне, горе! Папа, залететь в реки — это переводится как «попасть в рекомендации», чтобы ТикТок твое видео предлагал всем. А я тебе другое предлагаю. Сейчас папа даст тебе 500 гривен, и ты от папы отъешь. Папа! Да. Ну, короче, если наше видео на ТикТок будет популярным, то мы сможем ежемесячно зарабатывать по несколько тысяч долларов. Что надо делать? Короче, смотри. Нужно повторять за людьми на видео. Просто повторять? Просто повторять. Ну, давай. Смотри. Ну? Господи, этот мир окончательно тиктокнулся. И ты, Яночка, вместе с ним. Нет, Яна, я в этом участвовать не собираюсь. Папа, да блин, ну это же обычная песня, и Пикачу — это просто покемон. А я обычный слесарь, а не покемонофил. Папа, ну тут не о том, о чем ты подумал, поется в этой песне. А движение? Это не о чем я подумал? Вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, пап. Что, пап, того, кто вот этот вот ваш придумал Пикачу-чу-чу, надо отвезти к врачу-чу-чу. Ты просто бумер. Я человек, проживший в браке 25 лет. И если твоя мать увидит, что я там на видео кого-то хочу-чу-чу-чу, она оторвет мне мой Пикачу-чу-чу-чу-чу. А он мне нравится, я с ним жить хочу, чу-чу-чу-чу. Папа, ну зато будет 1 000 000 просмотров. Тем более нет. Ты просто боишься. Я не боюсь. Нет, ты боишься. Я никого не боюсь. Вот дядя Палик, он сделал свою страничку на ТикТоке и снимает видео. Дяде Павлику кардан от КамАЗа на голову упал. Он с животными разговаривает. А вот дядя Саша снялся для своей дочки. Дядя Саша нажрался, как скотина, на ноги встать не мог. Вот и попал в ТикТок. Зато 4 миллиона просмотров. Значит, 4 миллиона идиотов это посмотрело. Он, дядя Миша, снялся в ТикТоке. Что, полиция приехала, забрала, сидит человек. Это было не ТикТок. Это была Магнолия ТВ. То же самое. Значит, сниматься не будешь? Не буду, конечно. А я твоя любимая единственная дочка. На меня это не действует. Ты мой любимый папа, я тебя так люблю. Я как кремень. Ты самый лучший папа в мире. Ладно, ладно, только перестань. Угу. Хорошо. Все, приготовься на 1, 2, 3. Давай. 1, 2, 3 и... В покое. Пап, ну не знаю, это как-то безэмоционально. Потому что у меня с твоим покемоном не по любви. Твоего Пикачу-чу-чу-чу-чу. Я просто не хочу чу-чу-чу-чу. Пап, ну блин, не хочется танцевать, ну давай что-нибудь другое.
Что другое? Ну вот, например. Ибо один, погнали. Обычно мяукнет, мяу. Секси мяукнет, мяу. Мяукнет, как робот, мяу. Мило мяукнет, мяу. Мяукнет, как мальчик, мяу-мяу-мяу. Мяукнет, как крутой, мяу. Классно! Яна, я сейчас не понимаю. Почему я, слесарь шестого разряда, должен мяукать? Ну, просто это такие условия для всех, кто снимается в этом видео. А если условие будет, что надо будет дзюрить в тапки, как коты? Я что, тоже должен буду дзюрить? Они бы еще спели не мяукни, а пукни. Обычно пукни. Пукни, как робот. Пусти шептуна. Ну, вообще-то, такое видео уже есть. Три, два, один. Обычно пукни. Подливай пукни. Пукни, как робот. Пусти шептуна. Вы выключай! Пукни, как... Господи! Чё? Оно на словах не так воняло. Это какой-то ужас. Я раньше думал, что в порнухе сняться это стыд и срам. А сейчас я думаю, что там хоть какой-то смысл есть. Па, ну иди сюда, посмотри еще одно, смотри. Вот. What are you two doing? Stop that. Класс! Яна, нормальный человек вот в этом участвовать не будет никогда в жизни, ты это понимаешь? Ты уверен? What are you two doing? Бедный Горбунов. Это его брак так испортил. Это его Катя совсем заинтервьюировала. Давай попробуем вот это. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. Ты пчела, я пчеловод. А мы любим мед. А мне повезет. С тобой мне повезет. Давай, наверное, лучше танцы. Окей, окей. Я сейчас что-то в тренде посмотрю. Вот эту вот вашу ТикТок надо было назвать толчок. Столько дерьма, и никто ж за собой не смывает. Во, вот это посмотри. Повернула голову, бедро в сторону, локоток на косточку. Козочка, делай фоточку. Вот я на корточках скорчила мордочку. Знаешь что, Яна? Я сейчас позвоню тете Тамаре. Она придет, тебе яичком по голове покатает. И ты сразу почувствуешь, что тебе легче. Ну, папа, ну блин, ну это же прикол. Я не понимаю, вы что, в 20 лет вообще не прикалывались? В 20 лет я уже с мясокомбината выносил по 10 палок колбасы в одной штанине. По приколу? По какому приколу? Чтобы выжить хоть как-то. По приколу. Ну, у вас хоть какие-нибудь челленджи были? Были у нас челленджи. Чего не было? Турбо-челлендж. Пришел человек с жвачкой турбо, пожевал, передал другому. Тот пожевал, тот передал другому. И вот если через 3 дня к тебе твоя жвачка вернулась, ты победил. Не будешь снимать? Конечно, нет. А я твоя любимая дочка. На меня это не действует. Ты мой любимый папа. Прекрати сейчас же. Ладно, давай, ё-моё. Давай, ты готов? Раз, два, три. Повернула голову, бедро в сторону, локоток на косточку. Папа, скорчить мордочку нужно было в конце видео. Да у меня позвонок вылетел, блин. О, так все, отстань от отца, отстань от меня, не трогай. Папа, это просто какой-то пипяу. Что, видно, да? Ой-ой-ой-ой, говорил маме, зашей ты эту дырку. Чуть свой пипяу на весь ТикТок не засветил. Ой, мама. О,
мама пришла, пускай вот она тебе вот эти вот козочек делает. Все, отстань от меня. Hey guys. Ты чувырла сутулая. Ты кого Гайзом назвал? Я натурал. Папа, господи, это Женя, мой парень. Он просто с тобой поздоровался. Так и скажи, здрасте, Егор Григорьевич. Ну чё, ты запилила видос со своим молдом? Хочу угорнуть. Неси тазик, быстро, быстро. Зачем? Он угорнуть хочет. Так, держи, держи его. Папа, угорнуть — это значит поржать. Так и говори, поржать. Слушай, сори, просто у меня папа сегодня постоянно бомбит. Чего постоянно? С обеда только. Гороховый суп в обед был у нас. Папа бомбит, это означает нервничает. Вот я вот это вот нервничаю из-за ваших вот этих разговоров дурацких, тиктоковских. Кек. Ты кекнуть хочешь? Вон, вторая дверь, налево. Не стесняйся. Папа, кек — это ироничный смех. Ха-ха-ха-ха! Ха-ха! Вот! Вот это ироничный смех! Кек! Ну, короче, если нет видоса, я тогда ливну. Так вот сейчас он про туалет говорил, слышишь? Ну, ты бы к доктору сходил. Недержание в таком возрасте — это плохой звоночек. Папа, ливнуть — это значит пойти, выйти, отойти. Так вы можете на землянском говорить. Вы на своем инопланетном клокочете, ничего ж не понятно. Лол. Короче, ты пока тут со своим бумером агришься, я уже запилил видос с матушкой и хочу расшарить его на весь ТикТок. Mm-hmm. Смотри, угорнем сейчас, а? Меня тут кто-то слышит? Нет, да, хорошо. Я тогда пошел в туалет, ливну, поагрюсь и кикну. Слушай, ну какой крутой видос, как ты уговорил маму переодеться? Просто мои предки продвинутые твоих. Угу. Что ты сказал? Я говорю, что вы старомодный. Я старомодный? Слышь ты, челик, бери свой девайсик, пошли запишем видос, и все обкекаются. Я все правильно сказал? Ну, почти. Давай, только одень что-нибудь нормальное. Да. Пошли снимать. Я хочу угорнуть с этого. Dice que si quiere, que cuando me vea me va a dar lo que tiene. Lleva mucho tiempo planeando el despegue. Ella tiene un medio. Diesel Show. Ну, Васечка. Ну, Вась, на пультик, на. Где целлофан от пульта? Вот что ты за человек такой? Мам, папа! Ну я же вас просила нормально одеться, но он сейчас придет знакомиться. А что такое? Что такое? У меня почти праздничная майка. А у мамы все празднично.
припрятана в шкафу для особой встречи. С кем это? С апостолом Петром. Папа, я тебя прошу, пожалуйста. Что? Переоденься. Ой, дочка, только из-за того, что я тебя люблю. Так, что же его выбрать-то? О, смотри, какая красота. Папа, это что? Это самая праздничная майка. На Новый год один раз деванная. Хорошо, папа, ну хотя бы штаны поменяй. А что не так со штанами? Ты что, это сейчас самые модные. Молодежь вся в таких ходит. Только они идиоты, по 3000 за них платят, а я просто 20 лет не снимал. Папа! Ладно. Мамочка, пожалуйста, поговори с папой, чтобы он как-то уважительнее отнесся к моему новому парню. Хорошо, я с ним поговорю через неделю. Мама, сейчас! Хорошо, господи, боже мой, прости меня, господи. Вуаля! Вася. Да что Вася? Вась, ну ты это, Вася. Да я уже 45 лет, как Вася. Вась. Так все, короче. Что все? Все. Хорошо. Хорошо все. Хорошо все. Все хорошо. Ну вот видишь, доченька, все хорошо. Ну, и кто там у тебя? Опять безработный гомик? Папа, во-первых, он был фрилансер. А я что сказал? А во-вторых, у него была нормальная ориентация. Была бы у него нормальная ориентация, он бы мне вернул 25 гривен, которые одалживал. Вась, давай хоть человеком чайку попьем, а не так, как в прошлый раз. А что в прошлый раз? Я просто сказал человеку все, что о нем думаю. Да, но сказал ты это в домофон. А я бы так хотела взглянуть на парня. Пожалуйста, проходи. Привет, мои фолловеры, мы продолжаем перископиться. И у нас трансляция на несколько стран. Это мега круто. Кстати, это моя Мася. Кис. А сейчас мы будем знакомиться с родителями моей Маси. Это мама Маси. Кис. А это папа Маси. Кис. Да? А я подумал, что это опять ОСББшники пришли уговаривать меня оплатить это отопление. Не смешно! С тобой все хорошо? Да, все в порядке. Я был ненадолго в офлайне, но теперь все хорошо. И мы сейчас посмотрим апартаменты Маси. Яна, хоть сюда. С кем это он базарит? Со своими фолловерами. Это типа тараканов в голове? Нет, папа, у него блоги. Ё-моё! Ты слышала, мать? Блоги у него! Что ты его пустила? Теперь все чухмариться будем. Блин, я уже начинаю чухмариться. Яночка, ты у меня такая красивая девочка. Ну неужели ты не могла найти себе парня без блог? Так, стоп! Стоп. Давайте начнем все сначала, да? Пап, мама, знакомьтесь, это... Энди слэш зипер. Зык-зык. Шо? Артем. Ах, Артем, очень приятно. Не очень. Ну, и чем занимается этот зипер? Моя работа в ЖЖ. Ни хрена себе. Я думал, я в ЖЖ работаю. А ты еще дальше? Это где? В Ирпене? Вася, ну может человек стесняется своей работы? Хм, ничего я не стесняюсь. Хотите, я прямо сейчас покажу свой ЖЖ? Ой, у него там так все красиво! Ну покажи, не стесняйся. Не надо! Сегодня ты мне ЖЖ покажешь, а завтра хе-хе! Не надо! О май гад! О май гад! У нас рекорд! Нас 50! 50! Меня смотрят одновременно 50 человек! А каналу всего 2 года. 49? Black Star ушел! Куда?
Вот почему! А, у него же урок! Возвращайся на следующей перемене! Возвращайся! Все лайкаем Black Star! Лайкаем! Лайк! Да, хоть сюда. Он еще кого-то видит в этой комнате? Папа, он разговаривает со своими подписчиками. Через палку? Да. Понятно. Я пошел вызывать дурку. Папа! Что? Вась! Что? Вась, ну ты же обещал хоть чайку с ним попьем, ну сядь! Ладно, чайку попьем. Артем, присаживайтесь. Расскажите нам немного о себе. С чего начать? Раньше я был гот. Кем? Что кем? Кем ты был целый год? Папа, он был готом. А, это те, которые самоубийца хотят? Нет, то эмо. А он что сказал? Год. А это не одно и то же? Нет. Жаль, я бы сбыл твою мечту. Поймите, эмо, готы, хипстеры — это все субкультуры. Мне и своей культуры хватает. Вот у вас такие штаны с мотнёй. Вы случайно не хипстер? Я православный. Вась, ну ты же обещала. Слыхала? Штаны модные, даже блохастый заценил. Артём, а какое у вас образование? Motion дизайнер. Ты что, в уши балуешься? Она тебя спрашивает, ты на кого учился? 3D animation and motion design. Наркоман, что ли? Нет. Ну-ка, отвечай. Как ты собираешься на семью деньги зарабатывать? Шейповая анимация, растровые векторные клипарты, 3D-маппинг, в конце концов. Ну, что ты к нему пристал? Ну, не хочет человек говорить, не надо. Что значит «не хочет»? Ты мне конкретно рассказывай, какие у тебя планы на мою дочь. О, ваша дочь такая красивая. Вся в меня. К тому же хорошо поет. Это в меня. Поэтому я решил, буду ее пиарить. Тыц-пертыц! Гляди-ка на него! Он решил! Да тут таких желающих, как ты, целая очередь стоит попиарить. Конечно, девка в самом соку. А тебе муж нужен, муж! Ой, Артем... А как вы познакомились с Яночкой? Это была crazy romantic story. Ваша дочь сидела в парке на скамье, а я стоял напротив и стримил. Коромыслом! Прямо вот так в парке? Ну да. Стоял и стримил. Среди людей. Ё-моё! Это тебе так приспичило, или это у тебя хроническое заболевание? Нет, у меня тогда был такой порыв. Вот молодежь, ну не стыда ж, не совести, ё-моё. А что было дальше? Наши взгляды встретились, да. Мы зафрендились, да. И отлайкали друг друга. Что? У тебя дочь теперь отлайканная! Ну? И кто теперь тебя возьмет такую? Отлайканную! Ты! Ой, Яна! Артем, вы хоть предохранялись, дети? О май гад, это не опасно! Ну хотите, я прямо сейчас вас лайкну? Я сейчас... Я тебе сейчас между глаз как лайкну? Ты у меня прямо здесь обстримишься! А, секунду, у моих зрителей вопрос. Пользователь Double Thrasher спрашивает. Папа Маси такой брутальный, кем он работает? Слесарем! Кто?
А, ладно, я лучше погуглю. Ты что, прямо тут гуглить собрался? Ты что, вообще охренел, что ли? А в чем дело, да? Подождите, Артем. Артем, господи, идемте, я вас отведу туда, где у нас принято это делать. А, там лучше Wi-Fi. Там вообще хорошо. Вы знаете, я там 2 раза в день убираю. Бумажка очень мягенькая в шкафу. По коридору налево идите. Мне бумажка не нужна, это прошлый век. У меня есть айфон. Жалко айфон. Да плюнь ты! Яна, а ну давай звони этому безработному гомику. Зачем? Хороший парень, он мне уже нравится. А я тебе говорила. Я все. Быстро ты справился. Я все понял. А слесарь — это мастер по ручной обработке металлов, правильно? Это ты пока гуглил, понял? Ну да. Молодец. Только я слесарь-сантехник. Слыхал такое? Кто? Мне надо еще раз погуглить. Да ё-моё! Артём, может вам какую таблеточку дать, а? А то вы за 5 минут уже 2 раза гуглили. Это нормально, я могу по 100 раз в час гуглить. Всё, мать, иди доставай клеёнку, застилай здесь всё. Иначе он нам здесь всё загуглит. И твои новые занавески. Яна, это все ваши гамбургеры. Чё сидим такие веселые? Умер кто? Если бы Яна очередного хахаля привела. Опять безработный гомик. Хуже. Блогер. Кто? Какая разница, ты не поймешь. Ты где был вообще? А где от вас еще спрячешься? В туалете, конечно. Подожди, а этот тогда где гуглит? Яна, я все. Ты где гуглил? На кухне. А? Что ты сидишь, мать? Иди, бери тряпку, вытирай. Он наверняка там еще все застримил. Так. А. Успокойтесь. Дедушка, знакомься, это мой новый парень. Энди /Зиппер. Зик-зик-зик. Кто? Артем. На тебе, гадина! На-ка! Тяжелый тебе! Довольно! За что? Довольно! 3 моих подписчиков увел! У меня их 100 было! Я верну, я всех верну, верну! Вернешь, конечно, только ты мне это на камеру скажешь. Шик! Здрасте! С вами Дед Пердед! На канале «Кто ты кто?» Я говорил вам, что найду этого Энди /Зиппера. Вот он, гадина, вот. Говори. Я верну, я всех верну. Марса, Бурдюка и Козявочника, всех. Возвращайтесь и лайкайте меня. Я лучший в мире блогер Дед Пердед. Мать. Так это что у нас, Дед Блогер? А я тебе говорила, а ты в дурку звони, в дурку звони. Ё-моё. Новые штаны обстримил, ну что ж ты будешь делать? Я тебе... Чё мне в Новый год буду встречать? Я что вы за люди, так и рука по всему? Дизель-шоу. Вика. Что? Что мы делаем в магазине игрушек? Мне в ликёроводочный надо, он в 11 закрывается. Сашенька, но мы же обещали детям. Если они будут хорошо учиться, Дед Мороз подарит им хорошие подарки. Пусть дарит, я не против. Саша, чтобы Дед Мороз подарил ребенку подарок, родители должны его купить. Я знаю, что я хочу. Я в ликёроводочный. Саша.
Сначала детям, потом тебе. Слушай, они точно хорошо учились? А, точно, точно. Они вообще всю четверть промучались на удаленке. А, ну так вообще вопросов ноль. Саша! Чё? Ну что ты делаешь? Подарю по удаленке, чё? Тогда и секс у тебя будет по удаленке, понял? Вот это неправильно. Добрый вечер, я могу чем-то помочь? Да, помогите подобрать подарочки нам для девочки 10 лет и для мальчика 7. Дайте один киндер-сюрприз. Что, девочке шоколадка, мальчику игрушка, папе коробочка для болтиков. Помогите подобрать нормальные подарки. Я могу предложить домик для Барби. Ух ты! Сколько стоит? 10 тысяч. Это что, домик на Печерске? Это что, домик с проплаченной коммуналкой? Что там, 10 соток земли к нему идет еще? Не обращайте внимания, он у меня жлоб. Интересное дело, у тебя в детстве у твоих кукол домик был хоть один? И у моих солдатиков тоже не было, у меня ковбойцы с индейцами в коробке бомжевали. Ничего, я ими игрался нормально. А у меня вообще была только одна кукла, и та говорила «мама». Вот, у тебя кукла говорила «мама». А это что скажет? Мазафака! Что это? Ну зато у ребенка будет кукла и домик! Я не хочу, чтобы у нашего ребенка развивался комплекс. Какой комплекс? Потому что у куклы лучше домик, чем у нашего ребенка. Ну и что? Зато она будет себя ассоциировать с Барби и потом встретит своего Кена. И они вместе поженятся. У них будет огромный дом, дети, собака, а не гостинка. Сразу нет. Потому что я внуков хочу. А с Кеном это невозможно. Почему? Вика, блин. Где его Степашка-телемпашка? Где? Ну где? Саша, у кукол этого и не должно быть. А я знаю другую историю. Идет такой, значит, Кен гуляет, а тут Шарпей такой. Саша! Очень смешно. Слушайте, а есть у вас эти игрушки попроще? У нас вот там стенд с отечественной продукцией. Может быть, что-то подберете? Я вижу, там даже освещение хуже. Пойдем. Посмотрим. Глянем. Доченька, посоветуй что-то для внука моего. А какой возраст? Мне 78. А внуку сколько лет? А внуку в первый класс пошел. А лет 6-7? Лет 6-7. Ага. Да. А на какую сумму рассчитываете? Ой, денег у меня немного, но это мой любимый внук. Решила купить ему юлу. У нас есть еще лучше. Бейблейд. Чо-чо? Бейблейд. Чо-чо? Бейблейд. А может, юла-юла есть? Вот, смотрите. Юла. У них есть специальная арена, и они там сражаются. Зачем? Ну, чтобы понять, чей блейд сильнее. Послушай, милочка, а есть такая штука, такая на НЛО похожа такая. Вот ее так вот дергаешь, и она крутится, никого не трогает. Такая добрая, юла называется. Бабушка, понимаете, современные игрушки отличаются от вашего детства? Да это я поняла, что у вас нормальных игрушек нету. Что же мне внуку подарить-то? Я думаю, что попит будет в самый раз. Думаешь? А что ему лучше? Попит минералку или сладкую воду? Нет, вы не поняли. Вот попит. Ух ты! И сколько стоит эта резиновая тряпочка? 300. Посмотри у тракториста. А как в нее играть? Ну, смотрите, вот так вот нажимаете, и все. И кто выигрывает? Судя по цене, производитель. Саша, ну что ты лезешь?
О, слушай, Викусь, у нас же есть эта коробка с-под телевизора, а там клееночка осталась с этими пупырышками. Сейчас мы разукрасим и сделаем первый в мире одноразовый попыт. Почем фломастеры у вас? 300. Отбой. У нас будет первый в мире прозрачный попыт. Одноразовый. Дочка, ты это поясни мне, а? Зачем ему так тыркать пальцем? Ну, понимаете, эта игрушка спасает от стресса. Стресс? В 7 лет? Он что, 2 смены на заводе отпахал? Или полдня в очереди за хлебом простоял? Он в лагерях не сидел. За коммуналку ни копейки в жизни не заплатил. Стресс у него. Ой, это, походу, для меня хрень. Я буду представлять, что это глаза депутата. Выдавливать их и успокаиваться. Моргал и выколю, падла! Кто проголосовал за увеличение пенсионного возраста? На! Хорошая штука. Есть еще Simple Dimple. Это что за чудо-юдо? Она чуть меньше размером, и можно лопать одной рукой. Так у моего внука 2 руки. И он, слава богу, уже писать и читать умеет. А ты ему игрушки для грудничков предлагаешь. Тыркать, тыркать пальчиком. Тогда вот, посмотрите, сквиш. Дрыш. Что за идиотские названия у вас? Чинтл, дрынтл, чим дрыш. Сквиш. Сквиш. Вот смотрите, вот так нажимаете, и глазки выпучиваются. Ух ты! А можно посмотреть? Угу, пожалуйста. Ой, Сашка, как же он похож на тебя! Саш, я купила новые сапоги! Шо? Сашка, нужно сдать деньги на ремонт в школу! Шо? Саша, приезжай, твоя мама! Шу-шу-шу! Вика, а у нас есть слабительные? Скажите, есть у вас такая же самая приспособа для груди? Внучка, на. Беру себе глазовыдавливалку и этого дрыща давай. Буду над дятем издеваться. А ты знаешь, сколько стоит сейчас растаможить евробляху твою? А я свою хату на кота переписала. Хорошая штука. Вы что-то подобрали? Ой, ты с этим подберешь. Могу предложить вам что-то из детской бижутерии. Очень хорошо беру для девочек. Ух ты, Сашка, смотри, какая красота! Ой, как похоже на то, что ты мне подарил на годовщину нашей свадьбы. Смотри. Вообще не похоже. Ну почему же? Очень даже похоже и по цвету, и по... Саша! Ты мне что, купила вот это вот в детском мире? Ты сама сказала, лишь бы только красивое и недорогое, вот. Знаешь, Сашенька, в этом новом году ты будешь пить только детское шампанское и только детскую водку. Так, спокойно, не суетимся. Все, я придумал. Давай подарим им один на двоих подарок. Конструктор. Да, только не Лего, потому что Лего — это секта вообще. Один раз купил, все, потом не слезешь с этой ерунды. Ага. Конструкторы у нас вон в том отделе. А, о, отлично, пойдем глянем. Здрасте! У меня таки возврат. Какой возврат? Почему? Знаете, мой сыночка до глубины души обидел свою мамочку. На Новый год купил себе подарок, который совсем не подходит нашему бюджету. Вот. Извините, я не могу оформить вам возврат, ведь вы уже склеили эту модель.
То есть вы хотите сказать, чтобы было как у дяди Мони, который тоже склеил ласты, а возврат никто не сделал, а? Я вам объясняю, вы уже собрали эту модель. Да, теперь вы нам должны за то, что мы собрали. Ничего мы вам не должны. Так, девочка, ты хочешь, чтобы я по всему Фейсбуку написала, что тут людям продают брак? Что? Какой брак? Так, внимание, смотри сюда. А теперь сюда. И? Что и? Как этот самолетик должен взлететь без колесиков, которые есть на картинке, а не было в наборе? Ладно, мы оформим вам возврат, конечно, если вы сохранили чек. Вы что, хотите меня обидеть? Да у меня есть чеки! Даже со всех проплаченных митингов! Спасибо тебе, девочка! Дай бог тебе хорошего мужа и здоровеньких четырех мальчиков! Сынок, ну зачем было у бабушки отбирать игрушку? Слава богу, что это наша бабушка. Так, это, ну, сынок, что хочешь купить-то? Здрасте. Здрасте. Папа, я хочу самокат. Самокат, самокат он хочет. Сынок, зачем тебе самокат? Ты знаешь, какая вот эта классная игрушка? Это же лошадка, на ней можно играть, смотри. А! Смотри, сынок, как папа может. Смотри, лошадку надо приручить, смотри. А лошадка пытается папу выбросить из седла. Видишь, какая лошадка. А тут лошадку ты погладил, и все. Лошадка, смотри, сама пьет. Не пьет, пьет, не пьет. Видишь? Ну, класс, давай ее. Папа, я все равно хочу самокат. Ай, ты не понимаешь, на ней можно играть в мушкетеров. Тысяча чертей. Гвардейцы кардинала, тьфу на лад. Вот. А? Или можно еще играть в этих, в гардемаринов. Не вешать нос, гардемарины, в журнале жизнь хороша, единый парус и душа. Ну, давай. Папа, я не знаю, кто эти люди, я хочу самокат. Ну ладно, давайте нам самокат. Держи. А мне лошадку. Стой, догоню! Стой, тысяча чертей, догоню тебя! Блин, клевый мужик, я с ним! Эй, Стой! Выбирай подарки! Кстати, не хотите для вашей девочки и детки набор врача? Она при помощи этого набора мне сертификат о вакцинации выпишет? Думаю, нет. Тогда нафиг он нужен. Нет. А для мальчика вот хорошо берут йода. Ух ты! Ого! Да какой же это йода? Это ж теща! Ё-моё! Как похоже-то, блин! Надо будет маме позвонить, узнать, платит ей деньги за то, что ее образ используют или нет. Слышь ты, Чубака! Что? Выбирай твои подарки! Викусь, ну разве важно вообще, какие подарки мы подарим детям? Ну они же вообще не этого ждут от нас абсолютно. Ведь детям важно что? Что? Важно внимание, наши отношения, понимаешь? Им нужна ласка и тепло мамы, крепкая рука папы. Вот смотри, у нас в детстве было мало игрушек, а тем не менее мы выросли с тобой счастливыми людьми. Ой, Сашка, ты знаешь, я всегда знала, что ты будешь замечательным отцом. А о том, какая ты хорошая мать, я готов говорить часами. Да, часами. Извините, а вы что-то брать будете, а то мы закрываемся. Да, блин, ну там часами! Реально. Какая мать! Молодец! Спасибо! А ну всем стоять! Руки за голову! Извините, а банк в следующем здании? Какой нахрен банк? У меня трое детей, четверо племянников! Еще и внуки на подходе! Я ненавижу этот праздник! Быстро все лучшие игрушки мне в пакет вот сюда на стол сложили! Да-да, давайте быстрее, женщина, он не шутит. И это складывайте, все складывайте. Вот прям, чтобы ничего Алло! Не было. Да, дорогая. Что, дома памперсы закончились? Я сейчас все решу. Значит так, я в супермаркет за памперсами.
Приду, чтобы игрушки ждали на столе. Понятно? Давайте. Слушай, прикольная схема. Капец. Саша, вот, это нашей принцессе, а вот это вот нашему пацану. Берем и уходим отсюда. Ладно. Сколько стоит это все? 3200. Хорошо, согласен. Серьезно? Да. Ты согласен? Да, с тобой напополам. Саша. Ну ладно, ну блин, шучу я, хорошо, возьмем, конечно. Карточкой, вот, пожалуйста. Здрасте, извините, мы у вас твистер покупали. Помогите распутаться. А то там инструкция на китайском. Вика, это какой-то магазин для извращенцев. Все, уходим отсюда. Погнали, быстренько, все. Саша! Что? А заплатить? Не надо платить, тем что. Погнали! Дедушка, улыбнись. Чё, зачем? Ну, сфоткаю тебя. А, давай. Эй. Чё, это Хина? Вот, внучка, сейчас техника. Раньше нужно было ждать, проявлять. Не дай бог засветится, а сейчас бац и всё. Вот будет тебе про дедушку память. Дедушка, перестань об этом, я тебе и так запомню. Ты мне обещал робота купить, но почему-то не купил. Внучка, я как же я тебе куплю робота, если у меня деньги спрятаны в надежном месте? В банке? В банке 5-го размера. Дедушка, а вообще, где мама и бабушка? Ну где? Идут к морю, идут. Как это возможно? Они же раньше нас вышли. Внучек, а ты знаешь, сколько препятствий лежит на пути женщины к морю? Магазин сувениров. Магазин купальников, магазин Парео, еще один магазин купальников. У них же есть купальники, зачем им еще купальники? Вот, ты становишься настоящим мужчиной, перестаешь понимать женщин. Петрович, горе! Что, бочку с пивом не выкатили? Ну не, я же не сказал беда. Я говорю, горе! Кольцо обручальное потерял. Что теперь делать? Что делать? Майку снять, махать и бегать. Очень смешно. Я реально спрашиваю, Вика увидит, убьет меня. Сань, ну придумай, ну скажи, что прилетела большая чайка с ножом. И отобрала у тебя кольцо. Петрович, вы дурак? Так не при ребенке. Ну, скажи, что специально снял, чтоб палец загорел. Я так уже 15 лет холостякую. О! Вообще на другом пальце носят. Ой, о! О! О, смотри, какая, смотри. О-о-о-о-о-о. Лёш, вообще рано еще такие вещи тебе фотографировать, понял? Давай лучше нас с дедом сфоткай. Хорошо. Эй. Где твое кольцо? А, ночью хоббит приходил. Ему там для какого-то властелина кольцо надо было. Я ему отдал, он завтра вернет. Только маме не говори об этом, хорошо? Окей. Саня, ну если малой заметил, то Вика тебе по-любому попалит. Блин. Что ж делать? Короче, искать его надо искать. Давайте я здесь в песочке поищу, а вы идите в море ищите. А что это я в море? Вы же нам рассказывали, что вы бывший подводник. Так это же я все прям пиз... Резонно ты говоришь, Саня, резонно. Вот то. Так, блин, где же оно, где же? Мамулечка, ну не обязательно душить продавщицу, чтобы выпросить себе скидку. Я ее в следующий раз вообще задушу. Вернулись? Ну, давайте, хвастайтесь покупками. Вот, купили тебе кошелек. Какой же это кошелек? Это ж просто плавки. Ну, я тебе сотню раз говорила, что без кармашка — это плавки, а с кармашком — это кошелек. Понятно. Что-то жарко сегодня. Зятек, открой-ка мне воду. Да, конечно, открою.
Леша, открой водичку, пожалуйста. А ты что, сам не можешь? Могу, конечно. Но у нас же вон мужик в семье растет. Он же должен женщинам помогать. Правильно, Марина Францевна? Ага. Ты мне зубы не заговаривай. Ага. Что у тебя с рукой? Да все нормально у меня с рукой. Что там? О, смотрите, кукурузу понесли. Где? Ну вот же, вон, несут кукурузу. Ага. Да сейчас будут сюда идти. Да пока они сюда придут, все самые лучшие кочаны разберут. Идите, идите, покупайте. Доченька, пошли на перехват. Мужчина! Мужчина, подождите! Блин. Саня, танцуй. Пошел! Я ж вас не за пивом, а за кольцом отправил. Блин, точно. Саня, ну если уже принес, ну давай бахнем. Петрович, если мы кольцо не найдем, вы на моих похоронах бахнете. Саня, ну так это же отвлекающий маневр. Вика тебя будет бить, пилить, ругать за то, что ты пьяная, а за кольцо забудет, а? Петрович. Ох, Саня, Саня. Так. Мамулечка, вот не обязательно продавца кукурузы бросать в море, если у него кукуруза дороже, чем у остальных. А я папе скажу, он выловит эту кукурузу, он все-таки подводник, хоть и бывший. Ну, так, сыночек, одень шапочку. На, панамку одень. Пап, дай ведро, я воды наберу. Сынок, ты что ты, отдыхай. Папа сам сходит, водички наберет. Стоять. Нам переодеться надо. Да. Мы сейчас придем. На, иди набирай свою воду. Уже не надо. Провокатор. Саня, Санечка, Санюля. Опа! На, подари Вике, задобришь ее. Держи, держи, держи. Петрович. Держи. Откуда? Откуда? От верблюда, у которого горбы спереду. Ну, он реально лежал, там никому не нужен. Че? Петрович. Сань, ну он реально был там никому не нужен. Ну нафига прикрывать эти вишенки на оладушках? Правильно говорить, вишенки на тортиках. Саня, я все видел. В сравнении с Мариной моей, там реально оладушки. Ой, идут, идут вроде. Сань, ты чего? Ну ладно, я так дома перед телевизором делаю, но не на пляже. А может, я в Одессе себя чувствую как дома? Да. Ай, кошмар какой-то, просто кошмар. Саша! А, что? Что это? Где? А, о! В кошельке мелочь пересчитываю. Девчонки! Ой. А чего же вы не переоделись? Да. Потому что кабинка для переодевания превратилась в туалет. Прямо на наших глазах. Ага. О, значит, мне туда и надо. Ну, не в смысле, ну, как получится. Что? Саня. А? Ты Лешу кремом для загара намазал? Какого Лешу? Нашего. О, Господи, да намазал я его, намазал. А от загара? Намазал. А от комаров? Да всем я его намазал. Вон, намазанный сидит. Сыночка, раз тебя всем намазали, можешь пойти покупаться. Бабушка разрешает. Ура! Папа потом опять намажет. Йок, вы представляете? Туалеты в этом году сделали платными. Да ты что? Какой кошмар. Я не хочу купаться. Вода холодная. О! А деда скупнется. Буквально по пояс. И водичка теплее станет. Правильно? Правильно. Олег! Не позорь меня! Возьми деньги, сходи в платный туалет! Вот моя Мариночка всегда была умная и благородная женщина. Благодарю. Хотя стой. Одного тебя с деньгами отпускать нельзя. Я с тобой. Мариночка, там мужики, ты чё? Что я там не видела, иди уже. Марина, иди уже, что я там не видела. Саш, намажь меня кремом. Блин, она же даже спиной почувствует, что у меня кольца нету. Мужик, мужик, стой. Чё? Ты женат? К сожалению. Дай кольцо. Не снимается. Если б ты до обеда подошел, он помог бы. Блин, стой. Слушай, можешь мою жену кремом намазать?
Ты что, извращенец, что ли? Я? Ты что, смеешься? Я нормальный мужик. Саня. Здоров, Саня. Блин, ну реально, намажь, пожалуйста, я тебе денег дам. Да? Саш, ну долго тебя ждать? И иду, иду, вот крем выдавливаю. На. Давай, давай. Вот, мажу, мажу тебя, вот, вот, натираю, натираю, ага. Ой, да. Ой, Сашка, ага. Какие у тебя крепкие руки, боже мой. Ну, так я же это, качаюсь? А. Да, скорее всего, накачиваешься вместе с моим отцом. Хорошо-то как. Боже, если бы я не знала, что это ты, я бы подумала, Супермен. Слушай, я вот чё подумала? Чё подумала ты? Чё? Я подумала, а чё ты руку в песок засунул? А, в журнале «Здоровье» прочитал. Горячий песок от артрита помогает. Вот, лечусь. Слушай, а может, мою маму закопаем? Я тебе давно говорил уже над... Дурак! Ты, зятёк, видно, совсем из ума выжил. На старости лет начал пасочки лепить. Это я, Марина Францевна, с вас песочек собираю. Дурак. Давай, говори, что у тебя с рукой. Да все нормально у меня с рукой. Чего вы прицепились? Знаешь, доченька, у него там, наверное, татуировку сделал. С его именем. Барано. Очень смешно. Так, Саша, говори, что у тебя с рукой. Да, короче, пошел купаться. Там на меня медуза напала. Укусила меня всеми зубами. Вон, рука так распухла, вообще смотреть страшно. Да, что вы думали, медуза такое дело. Вот Мариночку когда-то медуза давно укусила, так до сих пор смотреть страшно. Лучше бы она тебя за язык укусила. Так, Саша, хватит из меня дуру делать, что у тебя с рукой? Блин, ладно, короче, расскажу. Ну, иду по пляжу, но... никого не трогаю. Тут на меня сверху бац! Чайка напала. С ножом. Здоровая такая. Короче, забрала у меня все деньги и... О, обручальное кольцо. Ты чё, дурак? Петрович. Я тебе твое кольцо повесила тебе на цепочку, чтоб ты, придурок, в очередной раз его не потерял. О, фу, господи. Саня. А я ж тебе сразу дельный совет давал. Надо было майку снять, махать и бегать. Ну, хорошие мои, если все так хорошо закончилось, давайте по этому поводу бахнем, а? А давайте! Я тебя бахну. А твое кольцо где, а? Мариночка, так а я его специально снял, чтоб палец загорело. Во! Ой, во! Если я узнаю, что кольцо опять в ломбарде, я тебе не только палец, я тебе руку вытерну. Мама, папа, дедушка, бабушка, перестаньте ссориться. Давайте я вам лучше фотки покажу. О, давай, давай! Посмотрим. Давай. Фотки, Валы же у нас фотограф. Ой, смотрите. Это дедушка. Да. А вот это уже не дедушка. И не папа. Раньше лучше было ждать, проявлять. Дай бог засветится. Ага, это да. Мы что так стояли? Вот, о, это мы вас выглядывали, а эта девчонка случайно в кадр попала. Ясно. А два бокала пива тоже случайно в кадр попали? Так это же я вам купила. Кукурузе. Папа, пиво к кукурузе? Дося, у меня пиво ко всему идет. Ага. А это что такое? А это я подарок готовил. Что-то на меня маловат. А на меня великоват. Поэтому выбросил. Так, понятно, для кого это подарок, да? Это Петрович вот снял. А ты, значит, этим воспользовался, правильно? Не, ты что, Вика, ну что ты такое говоришь? Ты же знаешь, что мне, кроме тебя, вообще никто не нравится. Конечно. Я вижу! Что это?
Это меня Петрович научил. Так, я так только перед телевизором. А тут подтверждаю. Спасибо. Опачки-топочки, ну как же ж так? Мы тут, значит, с малышом, а ты там с мужиками развлекаешься, да? А ты, значит, за это еще и деньги берешь? Ну, тут как раз наоборот получилось. Блин. Что это за фотографии вообще? Да нормальная фотография, он мама твоя, видишь? Вот это прикольно. Влезла. О, вот мы, да. О, смотри, какая семья у нас классная. Дед прикольный, ты такая красавица. Лёшка, молодец. Да. О, а тут мы его бросали, ага. Лёшенька хороший. Какой красавчик. А, учитесь есть, правильно. Да ладно. Вот, правильный отдых. Вот, что это? Всё-таки, хорошие мои, как хорошо, что мы здесь все собрались. Да. А то, что с этими заботами, хлопотами, работами бежимся постоянно куда-то. Гараж, киоск, киоск, гараж. Слушайте, всего лишь 7 дней здесь в Одессе отдохнули, а энергии набрались на целый год. Да. Вот, доченька, не думала, что такое скажу, но я впервые, зятек, с тобой согласна. Да. Эх, жалко, что сегодня последний день. Да ладно, чего вы переживаете? В следующем году еще приедем, да. Отдохнем. Да. Приедем. Я извиняюсь, а тут говорят, где-то за деньги можно настоящую женщину пощупать. Вика! Я тебя убью! Вика, ну что ты? Я тебя убью, Вика! 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 Я твою! Дизель-шоу!